Так, отлично у нас рематчик. С Терончиком, с которым мы уже играли. Играли жестко, сейчас играем немножко попроще. Ну как? В макрочку раскликаемся. Давайте, нормальная макро, на самом деле, ни в одной игре еще пока что в серии нормального макро не было. Вот, это было баловство, еще что-то. Сейчас, короче, попробуем нормально от защиты раскликаться. Это, кстати, не только по моей вине, там соперники у нас. Баловники. Сейчас он испугается, что у нас опять какой-то опасный билд, наверное. Типа он придет, увидит там. О, два газа. Что-то типа такого. Я планирую к минимуму, что он придет так. Удивиться, мягко говоря. Так, есть у нас тут кто-нибудь из помех? Не, все чики-пуки. Мы же можем, кстати, взять на заметку. Он открывался в Рипера в прошлой игре. Точнее, без Рипера. Можем не бустить, соответственно, юнитов из гейта. Ну, то есть взять просто так и решить. Типа, а вот. Скорее всего, все будет норм. Побустить лишний раз экономику. Такие фишечки запрутся, когда вы их освоите, поймете, они вам катастрофу просто добивают. То есть у вас там вообще очень жестко все будет. Видим, что это три барака. Макро. Рабочий на второй есть. С одного газа. Спокойно бустимся. Раскачиваем экономику. Делаем газочки. Делаем технологию. У нас это три барака. Скорее всего, он нас будет пушить с трех бараков. Делаем батареечку. Скорее всего, пушить будет в лоб. Сделаем призмочку для защиты. И вот такого пса, который будет просто смотреть вот этот выход в лоб. Это единственное, что он должен заметить. То есть нам дальше все остальное, в принципе, абсолютно все равно. Вот, и начинаем делать, собственно, юнитов. Thank you.
Я себе даже позволяю делать сейчас эту штуку, хоть он и выходит в мою сторону. Я делаю зелков, хоть они и медленные, но они очень будут сильно помогать. Идем его встречать. Нам, в принципе, все равно. Но здесь по юнитам есть преимущество. Он будет пытаться вкусить колосса. Это главное заранее, так сказать, прочитать. Вот, это будет размен на нашу сторону, естественно. Ну вот, ну а дальше отсюда начинается веселая история. Смотрите, две форжи, твайлайт. Сюда еще пилошек пару. То есть теперь у него полный проигрыш по технологии. Ему этот проигрыш не только нужно отыграть. Ему надо еще и выжить, потому что у нас сейчас есть колосс, а ему сейчас его нечем контрить. Он играет био. То есть вот такие стимпаки, смотрите, это просто он себе наносит урон. Вот, и его фишка, что дальше мы знаем, что он будет делать. Наша фишка в том, что мы знаем точно, что он будет делать. Потом реплей покажу еще. Вот, а он, естественно, будет, ну, делать то, что ему и остается делать, да? Ну вот. Сейчас пытаться, возможно, викингов или еще кого-то делать. Че, я дальность не изучал? Не, а у меня даже дальности нет на колосса. Вот, вот так вот. То есть он будет переходить, скорее всего, викингов. Или мародеров масить. Что против того, что против того. Имморталы и архонты. Видим очень много именно мародеров. То есть он думает, что это круто против колоссов. Заставим его постимпачиться. Каждый стимпак — это очень больно. А без стимпака он нас не догонит. Со стимпаком тоже, как вы видите. И все, идем. Нападаем мы вот отсюда. Мы его заманили на третью базу. Вот, и в итоге мы спровоцировали Ровалитерана на идеальный состав для нас. Все, 9 минут ГГ. Пусть колодцы нам, в принципе, не сильно важны. А лечить био у него нечем. Вот, вот этим опасное открытие в три именно барака, когда вы играете.